Приветствую вас на канале в гостях у заводчика Корги. Теперь рыжая ведьма, немножечко местами черная, снова превращается в заводчика Корги. Легким движением руки, с помощью навусика, дай глазочки мои, глазенькие, любимые, превращаемся снова в заводчика Корги. А куда ты со спины залазишь, дурпецало? Ой, смотрите, какая девка. Я уже думаю, может оставить ее. Посмотрим, как подрастет. Вы посмотрите, это же соболь. Это будет яркий соболь. Все щенки рыжие. Сразу говорю, вот как мама, видите? Детский окрас у корги, у рыжих корги, вот такой более темный. Иногда мышиный, иногда прям такой бурый, коричневый. Но это рыжие щенки. К 3 месяцам они начинают перецветать, начиная с головы. Перелинивают и становятся рыжие. Но очень такие насыщенно темные, но вот такие, как эта девочка. Вот такие, как вот эта звезда. Вот это. Видите, какая морда у нее классная. Есть шанс, что она будет такая, знаете, чернобурая. По голове с такой каемочкой черная, очень красивая. Ну, как тут дело вкуса, но я вот люблю таких ярких соболей. Есть шанс, что эта девчонка может быть таким ярким соболем. В принципе, у нас есть у кого. У нас по папе там соболя. Поэтому вероятность есть. Ну, либо она будет просто ярко-рыжая, знаете, такая с краснинкой, что тоже вероятно. Вот какие красавцы, смотрите. У нас тут абет. Абет. Прелесть прелестна. Прелесть прелестная. Ой, такая. Это мы, получается, когда родились? Это мы уезжали 8-го, да? Значит, 7-го. 7-го они родились. Правильно? 7 августа. Ой, красота. Красота просто. Моя золотая собачечка. Ты моя навусенька. Девочка моя. Очень славные дети. Очень славные дети. Так, ну, где-то с первых чисел сентября начнем бронировать, ну, по крайней мере, мальчиков. Девчонку посмотрим, может, я оставлю себе, ну, будет видно. Так что, кто мечтал, кто давно меня спрашивал о корге, так как в питомнике давно не было щенков, можете обращаться. Вот, так что есть дети очень нарядные, очень, прям... Ой, ну как на каждого глянешь, ну шедевр. Расписные. Это будут яркие, красивые, хорошо одетые щенки. Очень ровные спины. И мама, и папа крепенькие. Такие классные представители породы. Поэтому обращайтесь.